Для того, чтобы зарегистрироваться на обучающей платформе, все делают одно и то же. То есть отправляют человека на сайт zkbv.ru, вот так вот. Можете ссылку эту кидать, либо просить, чтобы он набрал в адресной строке. Значит, это первый шаг, так. Это шаг номер один. Угу. С этого сайта, потому что адрес его очень короткий и простой, человек выбирает тренинг-центр. Вот раздел тренинг-центр. Тренинг. Кнопку перейти. Нажимает центр. На кнопку перейти. Перейти. Вот, вообще-то ссылка, которую можете давать, чтобы там, если вам... Вот, вот, вот с этой ссылкой, блин, это самое. Где она, моя ссылка? Так как вы ее теряете, все эти ссылки, понимаете? Вот вам сколько ссылок не давай, вы их все забываете, теряете. Поэтому вам дается одна ссылка. Вот, четыре буквы, блин, запомните. Запишите бумажку. Красота, благополучие, Вивасан. Вот, а. Вот на эту страничку почитали о платформе, то есть человек ваш почитал, а потом сами почитайте хотя бы, чтобы, ну, понимать, да. Людей. Теперь жареный петух клюнул, надо дальше. Срочно. Дальше. Так, поехали дальше. В конце, значит, вот, регистрируйся сейчас, и по шагам написано, что человек делает. Шаг номер один, он заполняет вот эту анкету. Покажите мне, где здесь указывается номер спонсора, чтобы я понял. Нет тут никакого номера спонсора. Я имела в виду личную почту, телефон, раньше. Чтобы с ним подожди, связаться. Юля. И имя человека. Все. Человек заполнил, нажал отправить. Сидит, ждет, пока вы его анкету обработаете. Вам конкретно в ваш личный кабинет прилетает анкета. Вот сюда в анкеты прилетают анкеты этих людей. Вот все эти люди заполнили вот такую форму. То есть вы с этим человеком связались, это уже ваши действия как спонсора. Вы видите это в своем личном кабинете. Да? Вот, ну, все это придется делать Ольге Васильевне, потому что все регистрируются под нее на веки роста. Она с человеком списывается, созванивается лучше всего. И если он говорит, да, я хочу получить доступ к тренинг-центру, эта анкета просто подтверждается. Вот здесь есть действие «подтвердить». Но человек... Пишите это... следующий шаг «подтвердить». Значит так, да. Васильевна, это для них не нужно, потому что все анкеты летят в ваш личный кабинет. Ну ладно, тогда я всех работаю. Им это вообще делать не надо. Им нужно просто сказать, пожалуйста, перейдите вот на эту страничку человека, и чтобы он сам почитал, либо чтобы вы подсказали тех, кто приглашает, что ему нужно сделать. Вот он заполняет вот такую вот форму, вот нажимает «Отправить» и ждет, пока с ним свяжутся. Не ждет, а звонят мне и говорит, Ольга Васильевна, я там поговорила с девочкой. Ну, она можно так, да, можно так. Если вы скажете, если вы уже, если пригласивший человек уже знает фамилию вот этого человека, например, что Светлана Иванова, да, она вот заполнила, это человек, которого там вы пригласили, например, Наталью. Все, значит, ему звонить не надо, Ольге Васильевне, ему нужно просто взять и подтвердить ее анкету. То есть как только анкета подтверждается этому человеку на ту почту, которую он, надеюсь, правильно указал, приходит письмо, вот шаг номер два, приходит просто mm-hmm. письмо. Письмо от Века Роста. Вот, с темой «Вам выдан кабинет», то есть вам подтвердили кабинет. В этом письме только одна ссылка, там ошибиться невозможно. Человек нажимает на эту ссылку, его отправляют на страничку, где он просто-напросто придумывает себе пароль. И сразу себе где-то его сохраняет. Вот логин, его почта будет, которую он указал уже, а пароль, который он придумал. Все. Вот эти данные нужны для того, чтобы он входил в свой личный кабинет. То есть после того, как он пароль придумал, его сразу же кидают в этот личный кабинет. Дальше он просто подключает обучение и начинает учиться. Все. Вы с ним связываетесь, спрашиваете, помогаете ему, отвечаете на какие-то его вопросы и так далее. Интересуетесь, как он там двигается, что ему нужно, что ему нравится, что ему не нравится. Ну, понятно. А можно я вопрос задам и еще раз повторю? Можно для особо одаренных? Давай, давай. Чтобы у меня в голове, чтобы четкая давай. Схема была. Первое, это касается тех людей, которые уже зарегистрированы, которые нет, уже имеют там... Нет, нет. Новых, абсолютно новых. Подряд, но им доступна часть обучения для того, ну, она хорошая часть. Но для того, чтобы они там дальше продвигались, они должны зарегистрироваться. А, точно, вспомнила. Ага, да, да, да. Оль, вот смотри. Короче говоря, я отправляю... Еще раз, можно я повторю, ладно? Давай. Для дураков.
Первое, я отправляю, то есть мне не нужна как бы моя ссылка, над которой я бьюсь, блин, я вчера Игоря долбала, так и бросила это дело, потому что чувствую, что вы я это... Вы должны вообще по другому вопросу. А по какому? Так, тогда... Ну тогда... вот, блин. Проговаривай. Вот видишь, я неправильно, значит, ну-ка, вот что мне нужно, Игорь? Подожди, тебе сказали, zkbv.ru. Ну, конечно, бы нужно, вот на этот вопрос нужно получить. zkbv.ru. Ну ладно, короче говоря, давай я сначала это повторю, а потом... Да говоришь, ты уже 5 минут значит, говоришь. Да, первое, я отправляю человека на сайт ZKBV. Первое. Да. Так, он туда заходит, находит тренинг-центр. Да. Нажимает перейти. Да. Регистрируется. Да. Мне на почту. Заполняет анкету. Мне или ему на почту приходит, мне на почту приходит, да, что... Нет, ему приходит письмо. А, ему на почту приходит, чему пришло? Письмо приходит. А я как об этом дальше? А вот ты дальше. Вот он тебе, он зарегистрировался, звонит. Да. Наташа, я зарегистрировался, жду письма. Чтобы ему дождаться письма, ты мне, либо я сама это вижу, либо ты мне напоминаешь. Слушай, там зарегистрировала Пупкина, подтверди ее, пожалуйста. А, я должна тебе, Оля, сказать, да? Да, мне, Наташа. А, я должна Оле, так. По жизни должна. Так, хорошо. И он тогда, ты его подтверждаешь. И у него доступ к уроку. И у него доступ к веку роста, да? Да. К веку роста. Хорошо. Вот это я... А я говорила, видимо, у Игоря... Неважно, что ты говорила, все забудь о том, что говорила. Вы просили доступ к сайту прямых эфиров. Нет. Это я, да. Это я и это просила. Ну да, вы мне даже скриншот кинули с сайта прямых эфиров. Мне это не надо. Так, все, понятно? Всем, все, теперь я поняла. Все, спасибо. Кстати, огромное. Когда мы будем регистрировать людей, это будет одно из преимуществ.